Итак, всем привет! В сегодняшнем видео расскажу, как запустить программу Social Media Recruiter и по основным функциям пробьемся. В первой строке мы написали номер телефона. Есть, да? Затем мы пишем логин от странички ВКонтакте. Нажимаем добавить клавишу. После этого нажимаем сюда на авторизация и ищем номер телефона, который мы сейчас ввели. Вот и нашел. Сейчас будет отчет. Авторизация, логин, авторизация успешно, Алексей Полюшек. Если вы хотите еще один аккаунт добавить, вы нажимаете на второй аккаунт и опять вводите все данные, да? Добавить, авторизация и опять появится отчет у вас. Итак, дальше. Функция постинг. Служит для того, чтобы раскрутить свою страничку в группах «Добавь друзья», да? Список групп здесь. И старт нажимаете. Интервал времени выбираете 67-70 секунд, да? И делаете, запускаете. Затем функция лайкинг. Работает в двух вариантах. Во-первых, можно пролайкать друзьям, да, можно пролайкать незнакомым людям. Выставляете здесь ссылочку группы какой-нибудь ВКонтакте, где сидит ваша целевая аудитория. Вот мы вставили, да. Дальше интервал, с кем он будет лайкать. Пишем, допустим, 80 секунд тире до 150, например. Затем выбираем мы онлайн. Возраст 19, 25, ну или 45, допустим, да. Пол можно выбрать, можно не выбирать. Город не обязательно, в принципе. Ну, список тоже не обязательно. Интересы можно прописать, да, допустим, MLM и так далее. Можно не прописывать. Лимит лайков в день 250-200, вот так вот. Больше не делайте. И нажимаем старт. Запускаем и старт. Все. Видите, анализ смещения получено 30. Ну, уже стоит, то есть, значит, уже просил раньше лайк, да. То есть, если сейчас ты пишешь, что уже стоит, значит, нужно поменять группу, да. Все, он успешно делает эти действия. Поставлено. Следующая функция refreshing. Refreshing и автоэдинг. Функция refreshing, вы пишете, например, какой-нибудь текст, пост, да. Вот как здесь у меня. Фото, видео выбираете. И выбираете интервал, с которым он будет делать, писать этот пост. 6000-6005 это секунд. То есть раз в час примерно он будет писать данный пост на стене. Автоэдинг очень удобная функция. То есть вы пишете, запускаете, и программа значит, добавляет человека, который вам допросился в друзья. И пишет текст, который вы выберете. Парсер, райтинг, райтинг. То есть всем друзьям своим вы можете разослать сообщение. Вот квадратная скобочка, да, это имя. Чем занимаешься, да? Ну, интервал 15-20. И пишите интервал, да, тут 100-200 секунд. Вот так вот, да. Инвайтинг, то есть, ну, стандартная функция добавлять друзья, но помните, что 20 утром, 20 вечером. Но лучше инвайтинг делать вручную, не через программу. Комментинг. Здесь можно написать классное фото, отлично выглядишь, да, допустим, и будет комментировать аватарки незнакомым людям по группе. Аналогично делаем сортировку, да, возраст, пол. В день разрешено делать лимит не 1000, а 50. Вот. Это основные функции. Можете добавить несколько аккаунтов. В дальнейшем будет Instagram, Twitter и Facebook. Значит, всем спасибо за внимание. Также узнавайте, на данный момент, возможно, какие-то функции, может быть, не работают, на тестировании находятся. Поэтому связывайтесь со своим человеком, да, и уточняйте всю информацию. Всем спасибо. До встречи в следующем видео.